друзья мои. А я сегодня на прогулке, заказываю стройматериалы, заодно зашла в кафе. Кафе находится, вкусная точка находится, этот столик на улице. Вот здесь вот уже кто-то покушал, голубка. Я взяла мягкое мороженое, мороженое очень вкусное. Вот так вот окружает меня вот это все. Вот такие столики. Так что, друзья мои, вот здесь мы покушали вкусной точкой. И хочу вам сказать, Макдональдс был вкуснее. В Макдональдсе все было вкуснее. Друзья мои, а это Черная речка. Вот так она. Вот так она изгибается, и там следующий мостик. Все в зелени, но небо сегодня темненькое. И редко выглядывает из-за тучки. Вот так, а здесь есть спуск к речке. Вот так. Вот там где-то солнышко, где-то выглядывает. Ну, а мы продолжаем движение. Друзья мои, а мы с вами и вот сюда подошли. Памятник называется, ну, памятное место такое. Пушкин ушел. Ушел Пушкин. Вот такая скамеечка. Вот такой вот камень, где высечено стихотворение Пушкина. Ну, я его читать не буду. Ни к чему. Вот такая беседка, где можно отдохнуть, повспоминать, вспомнить Пушкина, вспомнить его творчество. Да, вот такая вот беседка. Вот такая вот беседка здесь у нас находится. Ну, я хочу поделиться с вами этой красотой. Я приближу поближе на скамеечке. Видите? Предметы Пушкина. Цилиндр. Перо. Тетрадь. Друзья мои, мы с вами были в Черной речке. А сейчас мы зашли, зайдем вот в это известное место, всем известное, многим, по крайней мере, что ли, называется. И здесь можно заказать и кофе, и сок, и морс. И самое главное, это вкуснейшие пироги. Народ идет, поэтому я поднимаю. Сейчас мы сюда зайдем и тоже все увидим. Друзья мои, а мы решили еще перекусить и зашли вот в такое кафе, купили пирог с капустой, кусочек 125 грамм, кофе, и вот такая вот у нас обстановочка здесь в кафе, вот такой интерьер, красивый интерьер, но народа пока немного. Немноголюдно. Я повернусь вот сюда. Вот сюда тоже повернусь. Вот так вот. Красиво все оформлено. Вот так. И мы здесь решили перекусить. Мы с вами возвращаемся домой. Мы с вами. Thank you.
дверь закрывают, да. Между домов вот такие оазисы зеленые, парковые зоны небольшие. Такой вот дождь, вот вы видите рывок дождя, а я без зонта, так что мы с вами мокрые. Друзья мои, а нам с вами пришлось серьезно намочиться, потому что без зонта. И вот здесь мы немножко переждали рывок дождя. Сейчас уже перестал немножечко идти, но еще идет небольшой. И мы с вами бежим домой. Всем спасибо за прогулку со мной. До встречи. Вот такая у нас в Петербурге непредсказуемая погода. Разбушевалась. Народ возвращается, бежит, и мы точно с вами тоже хотим быстрее попасть домой. Ну вот, друзья мои, мы и дома. Подходим к своему дому, и до встречи, наше питерское небо. Очень красивое, кстати. До встречи.